Ладно. На Твиче у нас 13-летний сидят. Здесь. Кажется, здесь. Кажется, О, это в этом дискорде было. Нет, тут молодежь вообще маленькая. Блин. Это больная очень карта. Мы ее сотню раз, наверное, проходили уже. Здесь есть сейф по бокам. Поскольку нас мало, я всегда запускаю эту карту, она спасает от... Ай, блядь, а что за херня тут? Почему разворачивает так? Не багует просто. Там таран, да? Нет. Ну там уже сейчас что-нибудь поедет. Отъедь. Арт, отъедь. Как ты это... Я ни хера назад не могу. Пожалуйста, блядь, я только доехал, блядь. Давайте, приедем, пожалуйста. Это я не могу никуда ехать. Тут бунт, блядь, устроили. На этих маленьких. Бедный бунт. Ох, там кому-то повезло. А теперь они от меня тоже оттолкнули. Как не ты? Прочистите, пожалуйста. Оп, улетел. Блин, вот здесь карта чисто для тяжелых тачек. Бля, нам пиздец, если ты будешь дальше так стоять. Бля, я не понимаю, в какую сторону ехать. Чего меня в бутерброд зажали? Пизди красного, блядь. Недолюблю. Ребят, вам лучше зареспауниться. Снэпсинг, зарезайся. Ты один расклинил всех. Дай проехать, сейчас, не сейчас бей. Будет повтор. Не надо, пожалуйста. О, да, да, да. А чё у нас один встал в этом на спавне? Ну не надо. Блин. Ты меня зажрал. Это новая тачка. Нет, старая тачка. О, давай кататься. Всё, спасибо. Ни хрена себе, это кто там так подпрыгнул? Поехали. Бля, вот и спасай их после этого. Ох, повезло. А, куда ехать-то? Ненадолго, понял. Кто вышел? Сколько народу здесь надо? Опять. Санёк, не надо, пожалуйста. А, это можно проеду хотя бы голь? Так, что-то я не понял прикола. Почему я второй езжу там, все. Я на квадрике еду уже. Ну, мы просто тут рядом с чуваком ехали, и у меня вроде так это... Вторая, третья светится, я понять не могу ничего. Не надо, ну пожалуйста. Я не знаю, какой-то тугой гольфкар ехал. Какой же скач. Квадрик — это просто смерть. Да. Не сметь дальше. Там таран будет дальше. Не обойдешься. Это ехал. Не, там не таран. Не таран. Слава богу. Слушай, ну квадриком, по-моему, без разницы. Да. Какой грузовиком в лоб поедет? Да, в принципе, на этой карте объехать мало шансов, мне кажется. Арт, едь. Ну я случайно, я пытался. Да нормально, ребята. Не, ну дайте выехать. Нет. Вот чуваки на квадриках, их можно пропускать. Да, квадрик — это боль. У меня на ТикТоке пока 420 лайков. Пустота сегодня и на Ютубе, и на ТикТоке. Никак не заходит стрим. Ой. Фикс вышел. Причем он так... Так хреново вышел. Максимально. А у него тачка просто посередине осталась. Ай, блядь, я передумал. Я назад, пожалуй. Я его тачку пинал, сбил квадрик его же тачкой. А у него машина поехала без него, видел? Типа когда видео выходит. Бля, это что за... Симулятор русских дорог. Давай. Рам поедет. Ура, страдать. О, тут гольфкар еще раз дают.
А чё, ура, рам... страдать. Рампа уже проехала, что ли? Да, я рампой проехал только что. И после нее сразу гольфкар дают. Ну ехай, блядь, придурок. Да я еду, что ты меня обзываешь? Я пытаюсь. Ребят, если у кого-то есть какая-то молитва, начинайте. Арт, ты красавчик, ты лучший просто. Кстати, я этот выпуск с вами так и не заснял. Короче, задумка такая. Мы играем в мегарампу. Где-то 12 человек я соберу. И, короче, с помощью самолета я буду всех пинать. Я не буду скипать самолет. Но каждый раз, когда я кого-то буду пинать, он будет мне говорить хорошие слова. Такие, типа, знаешь, подпишитесь на канал, поставь лайк, да? Нет, это не хорошие слова, это кликбейты. Я имею в виду, что, типа, Арт, спасибо тебе, я желаю тебе всего доброго, чтобы ты жил долго и счастлив, и такие вещи. И, короче, там я буду где-то всех по 100 раз пинать, и весь выпуск, 12-15 минут, будут, типа, такие добрые пожелания. Короче, этот ролик жутко залетит. Ну, как самолетом мы сделали, не знаю, кто из вас смотрел. От винта. Кто-то смотрел на канале ролик от винта? Я не видел. А можно я проеду? Да, нет, ну ладно. Бля-то давай. Это оттуда мне вперед нужно. Я что-то пока это не шарю. Артом, вы кого называете? Это я. Бой. А, ну вот, Арт, ты такой хороший, так классно вылетел. Спасибо. Вот, еще раз. Мне тебе сейчас повезло. Давай, вот. Едь отсюда. В смешариках есть такая хрень, называется от винта, это песня. Спасибо, да. Прям помог. Я старался. Под эту песню я снял. Да, ну все, я просто... Кстати, я заставился, спасибо. А я нет. Поэтому я сейчас еду. А вообще хорошо, слушай. Вот меня трогать вообще не привет. Очень повезло, я тебе скажу. А теперь даем по тапкам? Нет. Да? Нет. Я сказал да. Нифига себе тут. Я тупой, но везучий. Это нет. Не мое. Это не мое преимущество. Куда ты улетел? Ну я не засейвился. Нифига себе, он как рампа начал себя вести в конце. Бля, а что за... Это, по-моему, тачка, которая вообще в оригинальной GTA-шке еще, там, когда только она вышла в онлайн. Давай разъедемся. И с тобой мы не разъедемся. Саня, давай. Я проеду, и я поеду сейчас. Бля! Саня, ты в порядке? Саня! Я засейвился. Кайф. Я тоже. Так там рампа вылетела. Ну, видел, тебя хашка пнула немножко. Вот это он я. Кто на гольфкаре, ребят? Какие молитвы знаете? Есть молитва Иосифа прохождения. Нет, давай разъедемся. Я просто не помню, мы, по-моему, или с вами, давай. Или с кем проходили такую тонкую стенку без вот этих боковых сейвов. Ну таких много у меня, я в основном их запускаю, потому что бывает нас мало, а попихаться хочется, приходится тонкие стенки запускать. Оставляй меня, оставляй на себе. Я типа пульнул куда-то. Это хорошо. Давай дружить. Блин. Кто залоханил на рампе? Как можно было залоханить на рампе? Так ты еще не узнаешь самого умного человека в этом мире. Боже, я. Не-не-не-не-не-не. О, хорош. Бляха! Это качет мне невезение привносит. По-любому. Только он вышел сразу первая позиция. Я у меня сегодня часа 4 звал, и я только захожу, и он выходит в этот момент. А ты у нас Ванда. Так? Ура, да, теперь страдания Ванда начинаются. Блин, если бы не эта головная боль. Нет, я хотел объехать. Давай так. Я понял. У тебя права есть в реальной жизни? Здесь права не работают. Я серьезно сразу спрашиваю.
Если ты водитель, ты должен знать, что если объезжаешь, нужно брать свое право, а не влезать. Я обычно сообщаю. Вообще, по правилам дорожного движения, ты должен полностью остановить транспортное средство в момент опасности. Да, с помощью тебя, да? Вандаль, вандаль его, давай, ура, молодец. Ладно. Права есть, да? Только 10 минут, ладно.